Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим очень вкусный, легкий и интересный десерт — творожные домики. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Итак, для этого берем творожок любой жирности. Конечно, чем жирнее, тем вкуснее будет десерт. И перетираем его через сито, чтобы масса была более однородные. После того, как пропустили творожок через сито, добавляем ванильный сахар. Добавляем сахар. Смотрите, кто как любит. Слаще, менее слаще. Тут по желанию. Добавим ложку сметаны. Все перемешиваем. Смотрите, масса у нас получается как у сырков вот в магазинах, которые сладенькие. Такая легкая, воздушная. Начинаем формировать домики. Итак, я беру два банана. Так, чуть-чуть их распрямляю. Так, второй у меня немножко поломался, но это не принципиально. Я вот так вот поставлю. Беру наш творожок и ставлю все сверху. Распределяю, заполняю наши. Посередине делаю вот такой козыречек, как будто как на домике, да, чуть-чуть повыше. Вот смотрите, какую форму должен получиться. Такой реально как крыша дома. Берем печенье. У меня топленое молоко. Это лучше всего подойдет для нашего десерта, потому что печеньки мягкие и с легким вкусом ванили. Вот так сформировали вот такой домичек. Берем сметану, добавляем сахар и все перемешиваем. Так, сахар полностью растворился, теперь будем смазывать наш домик кремом. Крем можно взять любой. Если у вас сметана сильно редкая, то можете добавить загуститель для сметаны. Поливаем нашу, скажем так, крышу кремом. После того, как налили сверху крем, берем либо шоколад натертый через терку, либо мак, либо кунжут, все что хотим. У меня семечки чия. Я посыплю сверху, это будет не только вкусно, но и очень полезно. Итак, ребят, отправляем наш десерт в холодильник на часик-второй. Можно, конечно, его кушать сразу, но когда он пропитается, он будет более, скажем так, нежный, более интересный. Семечки чия чуть-чуть сдуются. Готовьте с любовью. Можете готовить несколько порций, потому что такой десерт съедается на ура. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до скорой встречи. Пока-пока!